Итак, сегодняшний влог мы начинаем с розыгрыша. И моя рандомная карта установила победителя сегодняшнего розыгрыша User PC9RYPL3C. Написал классный душевный влог. Удачи и успехов под моим влогом номером 59. И он получает, так как мы договорились, вместо телефона, вместо айфона деньги. $2000. Вместо этого телефона, потому что большинство проголосовали за деньги. Итак, $2000 летят к нему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Итак, $2000 улетают к... Так, еще раз. Влог номер 59, комментарий, классный душевный влог, запятая, удачи, успехов. Спасибо, ты победитель, я ему пишу. $2000 твои, и обратись по номеру. Так, по номеру моего ассистента, который сможет все переправить, также все добавить. В общем, давайте, ладно, по номеру. Номер я укажу в следующем видео в описании. Окей? Номер WhatsApp, наверное, скорее всего, или номер Telegram. Смотрите, теперь, отныне, чтобы получить деньги, чтобы забрать приз, вы должны будете либо купить у меня супер спасибо функцию, то есть там задонатить надо 5 баксов. Ну, либо я оставлю крипто кошелек, отправите туда по номеру получения, все подтвердите, и вы будете автоматически участвовать в каждом моем видео. Будет проходить теперь конкурс, и я буду объявлять победителя с этого момента. И минимум победитель будет забирать $2000. Так что участвуйте и выигрывайте. И следующее. Все спонсоры моего канала будут видеть видео первыми. А потом уже все остальные. Дабы определить спонсора первыми. Спасибо. Уважаемые граждане, мы ВДНХ, Москва. И здесь просто куча народу. Наверное, потому что сегодня субботний вечер. Прекрасное образование, прекрасный обмен между культурами, замечательно, что все страны здесь собрались, что мы можем все вместе встретиться, показать друг другу, что мы создали. Это замечательная возможность. And this is our traditional bread for occasions, as you can see. Yes. Можно вас чуть-чуть там интервью, Извините, конечно. Даже арабы здесь. Дружба! Свобода! Мир! Так, это знак мира.
Движ Париж. А где здесь билеты брать? А, ну окей, тогда погнали. Погнали, посмотрим, что там внутри. Судя по всему, в общем, это ВДНХ, это как Экспо в Дубае. У меня уже было такое видео, всплывашка наверху, обязательно к просмотру. Вот, и это все еще с советских времен зародилось во всех странах. Здесь, в общем, каждая страна предварительно. Есть каждая страна, представляет свою культуру. Некий такой экспо-центр. Ну, сейчас мы зайдем внутрь, и вы все увидите. Свободный, платить ни за что не надо. Пока что огромная арка здесь. И первое, что мы видим, это Россия. Ну, там скорая помощь какая-то. Россия. Идем дальше. Уважаемые посетители, вход сейчас закрыт. Проход осуществляется по правой стороне Северной аллеи. Конечно. А что это? Берем корабль, загадываем желание, шепчем кораблику, он волшебный, и вот туда запускаем. Ой, я тоже хочу. И оно обязательно сбудется. Давай, Яна. Ой, Яна, иди загадывай желание, кораблик есть. Всем сейчас раздам, не переживайте. Иди на он. Можете сами брать. Потому что перчатка очень долго. Так, сейчас взяли кораблик, загадаем желание и запустим. Поехали. Наш корабль. Давай, загадывай. Следите за корабликом. Вот он. Иди, возьми кораблик, загадай желание, и оно обязательно сбудется. Загадала желание? Сейчас посмотрим, что здесь. Первый павильон. Так, что-то ожидание там слишком долго, 40 минут. Поэтому пойдемте лучше дальше, посмотрим, что там есть еще. Ну, если захотите, можете зайти туда сами, посмотреть, если будете здесь. Уважаемые посетители, здесь находится вход для сотрудников и экскурсионных групп для особо долгого посещения. В 75-го поведена, проходите, пожалуйста, вправе от вас вдоль постбарьера. Так, мы на месте. Регионах России. Павильоны региона России. Первая — Мурманская область. Смотрите, как красиво стилизовали давление. Да, Мурманская область — самый чистый город Заполярного региона. Это рецепт по развитию Арктики. И, конечно же, знаете, чтобы жить в таких условиях, нужно иметь сильный позитив, чувство юмора, вот, да, если мы сюда подойдем.
Все, пойдем дальше. Ленинградская область. Республика Коми. Ленинградская область, здесь какие-то технологии. Вот и я говорю, такая улыбка сразу с ним. Санкт-Петербург. Республика Карелия. Псковская область. И осадим крепость со всех сторон. И с наших встреч много дней, братство защищая, от трудов тяжких изнемогая. Да нашелся предатель в двух рядах, Твердила Иванкович, который позарится на власть тевтонцами обещанными. И открыл он ворота ворогу, допустил их в Баграт ночью. А это сейчас мы попадаем в Ненецкий автономный округ. Один из самых холодных краев России. Дети что-то ловят. Вот карта. У них тоже есть свой остров. Полуостров. Вон там, где это все находится. Смотрите. Север России. Далековато, конечно. Новгородская область. Что тут интересного? Новгородская область. Пойдемте дальше. Вологодская область. Душа русского севера. У нас тут до последнего времени сидел Дедушка Мороз. Новогодние праздники все-таки закончились. И Дедушка Мороз, видимо, уехал в свою летнюю резиденцию, которая находится в Великом Устинье. Да, Вологодской области. А где у нас родилась Снегурочка? В Костроме. А Баба Яга? В Ярославской области. А Соловей-разбойник в Курской. Теперь вы это знаете. Отдельно стенд посвящен маслу. Смотрите, Николай Верещагин. Да? Это человек, который...
где? В Ладожском городе. Вологодская область? Да, и построен он город в 1538 году. Офигеть. Обалдеть. А это Архангельская область. Средневековье, родина Эммануэля Канта. Кстати, кто читал его труды про идеализм, советую к ним вернуться, очень интересно пишет. А вот какая идея у тебя в жизни? Идея есть? А вот ты, когда начнешь жить ради какой-то идеи, совсем будет все по-другому. Это вот так писал Кант. Ну, вообще, у него очень интересная идея. Конечно, это еще Курская, Балтийская дуга. Вот это Курская. И, кстати, самая еще западная точка нашей страны, и которая территориально не соединена с другой островной частью. Роскосмос создает новую орбитальную станцию, российскую орбитальную станцию «Крос». Сокращайте открытку, ее дизайн, какой-то слоган, да? Много, да. Если чтобы узнать подробнее, можно сходить в ее «Космос», там есть отдельная экспозиция. 7 вопросов о территории Амурской области. И пилотируем ракеты. Край и Республика Алтай. Что там? А там просто какой-то ЛСДшный. А? ЛСДшный трип. Ну-ка, дай гляну. Вау. Трубе калейдоскопа Алтая. Томская область. Красноярский край. Республика Хакасия. Давайте посмотрим, что в Хакасии. Это похоже на юрты. Thank you.
Собчак, да? А не случайно ведь он написал картину «Боярыня Морозова», поскольку именно сюда приезжали старообрядцев, и сам Василий Суриков был родом из старообрядческой семьи, потомков старообрядцев. Итак, перед нами вот в этом стенде, на этом стенде мы видим грандиозную фигуру, которая напоминает Посейдона, бога Марина. Никакого отношения, это такое божество, как бы, реки Енисея, одной из самых полноводных, крупных рек России. Таким свою реку представляют местные жители. Искусственный интеллект создал такой образ Енисея на основе суммарного описания Енисея местными жителями. Во время всей движухи я буду здесь, как только все закончится. Но мы с Алинкой тоже уже поговорим. Красноярский край. Если вас заинтересовал какой-то объект отдельно, можно нажать вот здесь на экране подробнее. И сейчас мы с вами увидим перед нами государственный театр оперы. Он перед нами появится. И где он? А, вот, он у нас единственный, вот там в центре макет. Да, все остальные расположены близ экрана. Наверху находится инфраструктура города, которая была изначально, а внизу обновленная либо застройка, либо реконструкция того самого пространства. Естественно, здесь схематичное расположение относительно реки Енисей и относительно дальности. Это макет не в один в один. Ну и можно себя ощутить в красотах Красноярского края, в этом регионе, поднявшись, например, по самой высокой лестнице у нас в стране. Высота ее 1200 метров. Это чуть-чуть больше, чем две Останкинские телебашни. И эти две Останкинские телебашни вместили в себя 1683 ступеньки. Если вы будете подниматься в реальности, то у вас подъем займет 40 минут, час. Здесь же вы можете осуществить подъем за одну минуту. Очень интересно, познавательно. Идем дальше. А сейчас Иркутск. Ну что, дорогие друзья, а тем, кто смотрел, кто любовался и кто видел, как играют другие на инструментах, а мы сейчас вам сделаем маленький подарок. Не просто на ложках сыграем, а сделаем такие коленцы, чтобы увидели, что на ложечках можно не только щи хлебать, но на них и можно красиво играть. Давай, где у нас тихо? Вот он. Вот у нас, смотри, какой ложка. Сейчас он вот... Вот сюда, держи ложки. Ну что, вы готовы? Смотрите, как у нас виртуозно играет ложка. Thank you.
читали всякие, да? Вот на стенды, видите, какие у нас? Я буду задавать вопросы, вы поднимаете руки, кто ответит правильно, тот получит из моих рук приз. Итак, дорогие друзья, а вопросы будут о нашем прекрасном Байкале, о жемчужине Сибири, о достоянии Иркутской области. На что способна ложь? Еще одно место мы не посмотрели, наверное, это Республика Бурятия, Улан-Удэ. Давайте пройдем поближе. Я уже все. Надо выбрать мы тоже не были, давайте за ее посмотрим. Хабаровский край. Наверху написано, что это Хабаровский край, это родина китов и самолетов. А прямо напротив находится Чукотка, родина Романа Абрамовича. И там написано, что это мир настоящих людей. То есть на Чукотке можно вот так вот полазить по скалам. О, привет! А ты откуда? Дальний Восток. А, с Хабаровского края. Приморский край. Тигр с Приморского края. То есть в Приморском крае водится тигр. Еврейская автономная область. Нас 158 305 человек. Добро пожаловать в еврейский автономный и в еврейскую автономную область. Привет евреям. Thank you.
наделяет его заботой. Поэтому евреи вырастают такими мудрыми. И даже ребенок получает фамилию по линии матери. Ну а приложив руку, как он Вот он вам показал. Ну, конечно же, главная еврейская тайна – это мама, мама, семья. Эта концепция как нельзя лучше укладывается в концепцию этого года, объявленного годом семьи нашим президентом. Ну и, конечно же, заглянув в эту комнату, узнать можно главную еврейскую тайну, а мы ее с вами озвучили – мама. Но мы каждый раз разные, мы каждый раз по-новому ее видим. Давайте заглянем и увидим, что же там в этой комнате. Добро пожаловать в еврейскую автономную область. Сегодня вы узнаете о нашем регионе много интересного. Привет, как дела? Добрый день, красавчик. Рад видеть вас на международной выставке форума Мирачева. Спасибо. Славяне. А если не славяне, то ты за шалом. Окей. Я понял, что ты разговариваешь. Прикинь, он разговаривает. Он разговаривает со мной. Смотри, добрый вечер, пацан. Я, конечно, приложу. Ну, то есть, здорово. Вы можете послушать мелодии. Послушайте. Что там надо? Да. Вы слышали? Офигеть. Идем дальше. Ну и сейчас за мной находится Республика Саха, Якутия. Фиксация здесь какая-то стоит. Куда привозятся камчатские крабы? Подкрепились, вкусно поели, теперь можно двигаться дальше. И здесь как раз начинается какое-то шоу. Зафиксировать наш рекорд, который потом будет принадлежать движению первых. Поэтому все один лицом, другой спиной, лицом спиной, беремся за руки. Этот импульс мы запустим с вами всеми вместе. Мои дорогие координаторы, помогайте нашим прекрасным деткам, нашим прекрасным участникам движения первых встать. Чтобы все были зацеплены между собой. Извините. Итак, каждая буква внутри себя должна быть полностью соединена от начала до конца, и потом у нас будут связующие наши прекрасные между нашими буквами. Все смотрим внимательно, внимательнейшим образом. Нам нужно поставить мировой рекорд. Вы готовы ставить мировой рекорд? Дайте шума! Итак, я жду, когда все координаторы, все помощники помогут. Помогут нашим участникам. Чтобы стать связующими между буквами, чтобы они стали. Я говорю, давай просто. Букву свою знаете? Флора потом.
каждом павильоне серьезный досмотр. Рюкзак налево. Угу. Итак, мы прошли в павильон, где, по сути, какие-то просто технологии, что-то какие-то изображения. Строится, ремонтируется более 30 тысяч километров ежедневно. Москва. Рекордная перевозка грузов по Северному морскому пути. Что так? Обеспечение массовый доступ к скоростному интернету, цифровые технологии. Здоровье. Построено 3600 новых объектов здравоохранения. Первичная медицинская помощь стала доступнее в самых отдаленных регионах. Продолжительность жизни россиян 74 года. Вау. Здоровье 78. Фонд круг добра спас 23 тысячи детей. Вау, вау, вау. То есть здесь просто, по сути, объясняется, что это такое, да? Предпринимательство. Пушкинская культура. Культура. Более 22 миллионов просмотров. Чебурашка. Молодежь. Более 400 новых спортивных объектов. Вау. Молодые профессионалы. Программа «Приоритет 2030» объединила 132 университета. То есть, по сути, здесь объясняется развитие России. Модернизация страны. Исторический рекорд по сбору зерна. Модернизация страны. Движение к технологиям. Создание семейства российских гражданских самолетов. Природные богатства России. Место рождения. Начато освоение. Новое освоение. Это. И в конце батька. Круто. Круто. Двигаемся дальше. Вы это слышите? Это как Knowledge Village. В Дубае, не, Knowledge Village, говорю, Global Village, как Global Village в Дубае, тут есть еще и аттракционы. Вы не слышите, что-то происходит? Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, немедленно... Кристина, пускай идет. Все-таки я решил все тоже. Сейчас мы полетаем тоже так же. Когда будут подходить, подкрепляться, спрячь камеру. Они будут подкреплять? Они будут проверять себе. Да? Да. Спрячь камеру? Да. Ну, давай. Поехали! Ну что, Милена, готова? Да. Всегда. Ну да. Тут одно место свободно, прямо по центру. Все, нас закрепили.
Спинки закрепили. Спиночки у нас теперь зажаты. Скоро начинаем. Уже не слезть. Как ты? Нормально? Да, вроде. Готова? Да. Все орали. А, это была жесть. Фу, не люблю такие штучки, короче. Фу, наконец-то. Тебя не брали, почему? Что там было, Милена? Нормально. Так, на троечку. На троечку. А я еле выжил. И здесь даже есть комната страхов. Но туда я не пойду. Не, не в этот раз. Мы пришли в солнце Москвы, называется колесо обозрения. Мы пришли туда, но, к сожалению, оно не работает из-за погодных условий уже минут как 15. Так что мы еще прогуляемся по ВДНХ и, может быть, через часик вернемся, так как колесо работает до 23:00. Если заработает, если повезет, то мы обязательно прокатнемся на нем. И
честно говоря, оно настолько высокое, что мне кажется, что оно даже выше, чем колесо обозрения в Дубае. Dubai Eye, Dubai оно называется и считается самым большим колесом в мире. Но это, мне кажется, оно выше. Ну так, чисто на глаз. Судя по погодным условиям, колесо возобновится не скоро, так что ВДНХ очень огромная, так что прощай ВДНХ, и мы едем на Останкинскую башню. Посмотрим, что там, друзья. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу ВДНХ, как вам это место. Ну и не забываем подписываться, друзья. И помните, разыгрываем деньги. Оп. Видели когда-нибудь розовый Мерс? Смотрите, какой он четкий. Какой красавчик просто. Ну, понятно, что это женский автомобиль. Но выглядит шикарно. В общем, погодные условия и здесь предвещают беду, и есть небольшая вероятность застрять на смотровой площадке вон там примерно. Это охренеть как высоко. Ладно, пойдемте внутрь уже. Здесь уже очень серьезный досмотр. Сканировали вплоть до тела. Круто. Но это, скорее всего, потому что лет 10-20, даже, наверное, лет 20 назад на Останкинской башне был пожар. И это была причина, точнее, это грозило тем, что Россия могла остаться без телевидения, короче. Так что как-то так вот. А где билеты брать, непонятно. Ну ладно, прошли мы сюда и теперь идем за билетиками. В общем, прошли, взяли билетик. Да, на московскую Бурдж-Халифу взяли билетик и прошли последний контроль. Тут очень серьезный контроль, на самом деле. Сканировали опять так же, как там, полностью все тело сканировали. Через скан все вещи проводили. Короче, очень серьезный досмотр. Итак, идем дальше. Я же не поднималась на Бурдж-Халифу за 9 лет, сколько проживя в Дубае. Да? Да, поэтому вот поднимусь хотя бы на... В Москве? Да. Ну да, погнали. Высота самого высокого здания на планете 828 метров. И находится оно в Дубае, Бурдж-Халифа. Высота Останкинской башни 540 метров. Почти. Но экскурсия сама у нас будет на высоте 328 метров. Ресторан у нас закрыт. Все, понятно. Тот закрыт.
Есть там еще один, но он закрыт. Что, предлагаю куда-нибудь сесть сюда, сядем? Давай, сейчас. Самое главное, что я сейчас сижу в заведении на башне Останкино. И этот стул, это место, оно двигается с вот таким вот красивым видом. Мы побывали в башне, на башне Останкино самое лучшее время дня и проводили закат, а теперь потихонечку начинается вечерняя-ночная Москва. Смотрите. Не знаю, насколько это видно, но сейчас думаю подняться еще, показать вам ночную Москву чуть-чуть из... оттуда, короче, сверху. К сожалению, проход наверх закрыт. Так что пока посмотрим пока отсюда. Как дела? Нормально. Как тебе Останкинская башня? Да не тыкай мне в лицо с камерой своей. Ну, как тебе Останкинская башня? Да не надо. Вот так я не смогу отвечу нормально, если ты мне будешь тыкать. Как тебе башня Останкино? Нормально. Да? Пока ты не съел мой пирожок с яблоком и с ягодами. Просто пожрал, блин, без спроса. Вечно чем-то недовольна. Неделю вездеходы. Это просто какая-то ракета. А пони довезет за полчаса. А пони довезет. Итак, хотел бы напомнить, что вы были на канале Акбарс Лайф. Не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять свое мнение. До встречи, ребята!